справа. Обыгрался с Озбелизом снова. Арас Озбелиз с мячом и пробить ворота. Удар, ворота, удар! И какой мяч! Арас Озбелиз! Да, сегодня день пушек. Мартин Иранек положил начало своим феноменальным ударом. Арас Озбелиз. Ох, какой удар! Ах, хлесткий, как удар бича, если хотите, и препротивный для голкипера. Мяч перед Гатсюром скакнул о землю. Сейчас, конечно, будут винить вратаря, но давайте отметим и Озбелизов. Шикарный удар. На мой взгляд, чрезвычайно сложный для вратаря. Хотя, здесь, конечно, претензии к Гатсюру будет. Безусловно, третий гол Арас Озбелиза. 83-я минута.